всегда кому это посвящено. И следующая песня, она полюбилась многим моим друзьям и зрителям. И для меня она сейчас наиболее острая такая, вот наиболее живая. Эта песня называется «Амулет». Паучок по паутинке с потолка, деревянная шкатулка, тертые бока. Заколдованное царство, что же здесь? В ней лежит мое богатство, все как есть. Ополна в коробку бусин черных и цветных. Что же, Господи Иисусе, сделать мне из них? Соберу пока навскидку, там виднее. Много черных, надо нитку подлиннее. Собираю я от скуки их не счесть, и обиды, и разлуки, все как есть. Получилось ожерелье не поднять, только нет с него веселья, лишь седая прядь. А на дне всего осталось три цветных. Боже мой, какая малость, что мне с них? Не получатся ни бусы, ни браслет. Соберу из этих бусин амулет. Пусть хранит меня от кочек, пусть со мной обходит ямы, пусть беду проносит мимо ложь и лесть. Это маленькая дочка, а голубенькая мама, а янтарная любимый, все как есть. А за кулисами уже томится Арсен Багдасаров.